Вы же знаете, что мы проводим общественные опросы? Да, да, знаем, в курсе дела. Да. Дело в том, что ваша территория, она является коммерческой, а не придомовой территорией. Участок земли перед домом «Мира-17» будет застроен в любом случае. Но вот что там появится, торговый центр или же ресторан быстрого питания, решили нижнекамцы. Опросили жителей 895 квартир. Из трех вариантов собственники все же решили остановиться на том, против которого они были изначально. Предлагали три схемы, которые будут в любом случае, да? То есть эти торговые центры, ну, совсем не по душе. Они высокие, во-первых. Во-вторых, очень много занимает площадь для парковки. Ну, то есть, опять-таки, дети остаются без детской площадки, без озеленения. Мы выбрали уж схему с Макдоналдсом. А почему? Ну, потому что, во-первых, там детская площадка будет. Это уж самое главное для детей у нас. Есть где поиграть, близко с домом. Ну и в Макдоналдс ходить тоже можно. Напомним, началась эта история еще в феврале. Тогда большинство людей были категорично против нового объекта под их окнами. Решено было голосовать. Необходимо отметить, что когда мы пошли поквартирно, мы видели, что жители изначально были настроены против. Но когда им аргументировали и показывали те схемы, которые были предложены и на встрече тоже в 26-й школе, жители уже меняли свое мнение. Мы имеем общий результат. За строительство Макдоналдс проголосовало 61,2%, против 28,3% и воздержались 10,5%. План строительства ресторана быстрого питания, в отличие от возведения перед домом «Мира-17» торгового центра, предусматривает облагораживание территории, говорит председатель СОС. Кроме того, здесь обновят игровую зону, установят скамейки, видеонаблюдение и появятся парковочные места. На эти цели «Макдоналдс» выделяет 18 миллионов рублей. Здесь будет сцена, видите, то есть это место было под сцену, там проводились мероприятия с жителями. Сейчас мы эту сцену попросили, наоборот, улучшить, сделать ее больше, да, то есть площадка прямо для проведения этих праздников, она здесь будет, вот она. Видите, сцена со скамеечками. Футбольное поле перенесут, оно должно будет появиться на территории 26-й школы, там детвора сможет безопасно погонять мяч. Что касается этой детской площадки, то и она не пропадет, просто переедет в другой микрорайон. Ресторан быстрого питания напротив «Мира-17» будет по плану находиться именно на этом месте. Но когда приступят к строительству, пока неизвестно. Сейчас идет работа с документами. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР.